Всем привет, я Владимир Валович, и по многочисленным просьбам сделал сюжет на улице. Сейчас просто на улице увидел девушку, с которой вместе в институте учились. И был с ней прикольный случай, прикольная ситуация. Сидим на парах, и мой друг Владик Коркин ей говорит: «Эй, Маринка, рыжая пизда!» Она оборачивается и говорит: «Владик, ты чё, охренел? Я не рыжая, я блондинка!» Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и да будет вам хорошее настроение. Пока!